Доброе утречко! У нас вторник, 13 августа, 2024 год, город Рига. Я уже успела съездить за кое-какими покупками. У меня были заказаны книги. Заодно зашла в киоск, где продаются разные чаи. Собачонку тоже купила своему. В общем, сейчас кое-что покажу. А потом у меня сегодня очень насыщенный день. Хотим встретиться со Светой, наконец-то, обменяться дарами. И просто погулять, но погода немножко давит. Прямо чувствуется. Голова такая дурная, прямо скажем, потому что там облака, давление, наверное, скачет. Надо померить давление. Хвостичка. Сейчас покажу, как он ждет вкусняшек. Сиди тут внимательно, скажи, что там хозяйка. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Скажи, давай мне уже что-нибудь. Купила ему такие вот косточки с кальцием. Большая упаковка стоит 12,70. Там косточка, вокруг нее мяско. Обычно он такие очень любит. Ну вот, будет ему тоже от меня сегодня презент. И сейчас покажу покупки. Для этого мне, наверное, нужно надеть очки, чтобы разглядеть, что я тут напокупала. Две книжечки про травы и травяные чаи. Я вообще очень люблю травяные чаи. И еще одно средство для снижения сахара в крови, потому что начинает ползти вверх. Пока обхожусь травками различными. Ну что ж, давайте сейчас подготовлюсь, чтобы вам рассказать поподробнее, где что, почем. И будет, надеюсь, интересная информация. Ну, начну, наверное, с травок и с препарата, который, конечно, не является лечебным. Он скорее такой восстановительно... Должен, по идее, восстановить и работу поджелудочной железы, и поддержать уровень сахара в норме, и улучшить углеводный обмен. Стоит он 17,95 у нас. Производит фармацевтическая компания Valar, российский. Поэтому сказали, что скоро может уже не быть. У нас, конечно, с этим сейчас сложно, с разными из России препаратами. И такой чай, как дополнительное. Здесь травки для снижения сахара, но не только травки. Здесь створки фасоли, репешок трава, дуванчик корень, толокнянка лист, стевия трава и черника лист. Даже просто как травяной чай, очень приятно попить. Стоит он 3,95, здесь 30 пакетиков. Вот. Прекрасно совершенно здесь все расписано, что делает, чем помогает. Я вообще такой, ну, хотела сказать травник. Я больше склонна к чаям из трав. Мне они очень нравятся. Только надо, ну, время от времени менять. Нельзя долго пить один и тот же. Поэтому взяла еще какие-то чаи. Вот этот надо заваривать. А следующий тоже в пакетиках. Покупалось все это у нас в Риге, в Илгуцемсе. Там большой торговый центр Мега. И в нем есть такой киоск вот различных подобных препаратов. Здесь просто чай с облепихой, травяной натуральный, облепиха мелисса, шиповник. Я думаю, я еще сюда добавлю и лист, цветочки липы, ромашку, может быть, душицу надо купить, кстати говоря. В общем, такой очень полезный. Выгоднее, конечно, в пакетиках, наверное, покупать, потому что ты примерно знаешь, что как... И сколько его нужно, и вообще. И вот здесь еще такое взяла. Просто хотела травяной чай, но чтобы без особого какого-то лечебного действия. Здесь просто повышающий иммунитет. Здесь будет эхиноцея, мелисса, шиповник, зверобой, черная смородина. Прекрасное сочетание трав. Изумительное совершенно. И вот будем сейчас пить травяные чаи. И так как тема трав всяких и лечебных, и магических, то купились две книги. Одну я заказывала, а вторую потом начала бродить по магазину и увидела. Заказывала вот эту «Магический мир трав».
Пати Вигингтон. Рецепты и ритуалы для жизни. Обожаю подобные издания. Здесь всегда можно подчерпнуть что-то для себя интересное. Хотя, в общем, достаточно действительно одной травы, то есть одной травы, одной книги по травам. Но всегда интересно, что и как, и какие травы. Здесь очень такие интересные. Есть клопогон, какой-то Иоанн Завоеватель, гамелис. Ну, такие, которые в других книгах не встречаются. Ну, и почитать здесь заодно как бы с привязкой, что это магические травы. Ну, это как вы хотите. Можете считать их магическими. А, вот, кстати, Иоанн Завоеватель, ботаническое название, Ялапа настоящая. Ну, прямо что-то очень интересное, кстати говоря. Ну, здесь, поскольку книга такая, типа, книга ведьмы, то здесь есть магическое применение. Вот, например, очиститель дома, как сделать, использовать, для чего перечная мята. Вот, для, смотрю, карманного оберега защиты, например, и защита от зла. Ну, то есть это такое вот травяное, магическое пособие. Поскольку, ну, я думаю, что одна из самых древних форм магии – это как раз травничество. Такая чудесная книжечка, красивейшая. Покажу еще раз автора, название. Если вам будет интересно, то, я думаю, вы ее найдете. И тоже такая зеленая магия, большая колдовская книга «О силе трав, камней, стихий, ароматов». «Магический травник для городской ведьмы». В предисловии. Я читала разные колдовские книги, но чтобы ими воспользоваться, нужно жить либо за городом, либо в пожарной части, потому что описанное в них в городе не найти. А если найти, то не использовать, а если использовать, то устроить пожар. В этой книге все доступно, безопасно, можно спокойно применять. Очень рада, что нашла ее. Ну, здесь немножко, конечно, а вот, наверное, веканстве, ведьмовстве. А далее уже различные растения, различные фрукты, овощи и прочее, прочее, и их применение, соотношение. Например, вот мелисса – это растение луны, которое привлекает удачу и помогает в исполнении желаний. На мелиссу делаются наговоры на достижение цели. Эту наговоренную траву можно класть в травяные амулеты, добавлять зелье и чай. Ну, какая энергия, чей, так сказать, цветок соотношения. Вот маргаритка, например, это цветок Венеры, и корень маргаритки, выкопанный в день и час Венеры, сам по себе сильный амулет. Наделяет особой привлекательностью. Ну, в это можно верить, можно не верить. Ну, по крайней мере, это что-то такое интересное. Про наговоренную воду, кстати говоря, как ее самая простая безопасная очистка наговоренной водой. Как это нужно сделать, как нужно пить. Здесь есть вот такие лечебные чистки, но они вот скорее с уклоном в такое вот что-то магическое, как бы магия масел и эфир. У меня такое большое количество накопилось различных масел, благовоний, что решила, что нужно тоже почитать. И что еще нужно? Вот, кстати, ладан хочу, потому что он такой вот красивый ладан. Не знаю, где у нас можно приобрести его, потому что в маслах, мне кажется, он не настолько будет хорош, как вот в виде самого ладана. Тут большая коробочка таких вот ароматов. Есть еще книжечка «Волшебная сила ароматов». И еще два флакончика, которые мне подарены. Я их пока сюда положила. И тут список, чего у меня есть. Эвкалипт, он очень хорош. В основном я их чаще всего, конечно, использую. Просто капаю в воду и ставлю снизу свечку. В специальных таких разных ароматизаторах. Ну, есть самые-самые различные. Розмарин тут. Разных фирм. Туя хорошая, тоже очень такая зеленая. Люблю зеленые, лимонные ароматы. Шалфей. В общем, здесь множество всяких разных. Использую. Хотя, конечно, нужно их более как бы активно использовать. И более
осознанно, а то иногда так просто возьму, что-то накапаю. Но зато сразу вся комната наполняется приятным ароматом. Вот здесь они у меня хранятся в этой коробочке. Вот так вот показала, рассказала. Еще покажу одну покупку, совершенно потрясающую. Вчера гуляла и зашла в магазин Депо, и там были искусственные цветы, пионы. Я вообще использую иногда искусственные букетики. Вот они у меня тут стоят. Они милые, они не требуют ни ухода, ничего. И сейчас они делаются настолько качественно, не так, как раньше. Делаются и шелковые различные. Но вот это настоящие цветы, какие-то мини-астры. То есть я как бы за то, чтобы они присутствовали в доме. В доме вот здесь тоже и настоящие, и искусственные, и такие сякие. Не вижу ничего как бы крамольного, страшного в том, что они есть. Здесь вот такие розочки, вот прямо сделаны, вот реально как настоящие. Я иногда на них брызгаю какие-то розовые духи или масло, и они чудесно пахнут. Но пионы меня покорили. Вы просто посмотрите, какая это вообще роскошь. Как они сделаны, эти цветки. Это просто что-то нереальное. Цветы, листья, тычинки. Просто вот, ну, это изумительно. Это просто изумительно. Мне хочется еще какого-то другого цвета. Вот они продаются на одной веточке. 5 таких больших прекрасных пионов. Стоит 15 евро. Но оно того стоит. Это что-то изумительное. Теперь этот уголок вызывает у меня такой позитив необычайный. Он и так вызывал позитив, потому что тут на полочках много всего прекрасного. Тут мой столик любимый, на котором всегда что-то интересное. Тут у меня окошко, и на нем разноцветные бутылочки. Вот пока светит солнце, это же вообще такая невероятная красота. Купленная в это воскресенье бутылочка оранжевого цвета уже заняла свое место. Кое-что я переставляю иногда, что-то меняю. Тут у меня вторая есть такая же полочка. Это я вам подкидываю идею, как можно оформить окошко, когда за окном, скажем, ничего особо интересного нету. Или там вот, когда будет зима, я представляю, как они будут на солнышке светиться. Ну, правда, зимой у нас солнышко бывает крайне редко, но все-таки есть надежда, что когда оно будет, ну и просто когда свет, когда я вечером включаю здесь лампы, они тоже подсвечивают, это очень-очень красиво. Ну и вот такие вот пионы. Просто могу их всем рекомендовать. Пионы мои любимые цветы. И пока я их распаковывала, мне казалось, что они просто пахнут пионами. Но они, конечно, не пахнут пионами. Но это что-то сказочное. У нас тепло. Лето еще есть. Лето еще есть, да. Добрый день. Да. Все дождались свету, да, наконец-то. Не говорите. Да. Кофе. Путешествие. Булочка. Ой. Ну что, побыла в Швеции, погуляла. Побыла младшей дочери. Старшая дочь меня тоже выгуливала очень. Ходили мы по всяким секондам. Так что уже одурела. Ну, купила немного. Совсем чуть-чуть. Решила все-таки ограничивать себя. Конечно, было очень много чего. Хотела спросить, кстати говоря, вот там много всего, но цены не дешевые. Нет, а вообще нет. Шведы покупают? Очень. Покупают очень. Много, да? Это кстати? Прямо как воскресное развлечение. Да? Это магазин вот очень огромный. И там человек взял в аренду буквально, ну, как целый подъезд вот такой. И, значит, я даже затрудняюсь сказать, какая там площадь. Вот. И вот он работает только субботу, воскресенье до 3 часов. Так что людей полно, и когда я вот снимала, очень тяжело было снимать, потому что узкие коридорчики, и там полки по бокам, вот, а все расставлено, и ты хочешь остановиться, человек идет. Очень тяжело было порой и говорить мне это, потому что сразу, ну, обращает внимание, что ты там. Ну да. Говоришь. Вот. Так что это самое.
Много очень секондов, очень много. И люди покупают активно очень. Многие покупают старую мебель. Вот я видела, особенно сейчас как-то в тренде 60-х годов. Одно время как-то антиквариат, и он был очень дешевый. Вот. А сейчас как-то вот 60-е годы. Я даже там видела вот и столик, и полка. Мне очень понравилось. Ну, куда ты же не повезешь. Ну, да. Мне как раз бы там вот столик нужен был бы такой. Вот точно 60-е годы. Ну, может быть, это у нас 60-е, а у них чуть-чуть пораньше. Надо нас поискать. У нас есть тоже же такие большие мебельные секонды, просто ну, надо вот в центр ехать. Ну, вот там был и размер, какой мне нужен. То слишком большая столешница, 60, это для меня уже большая. Вот, так что в этом магазине очень хорошие ткани. И старинные разные. Но я не брала, были очень красивые старинные, но их надо было, значит, реставрировать. Вот, это надо уметь. Вот. Я взяла одну салфетку. Вот. Она новая, в оригинальной упаковке. А вы не показали в видео? Или показали в видео эту салфеточку? Нет, не показала. Нет? Потому что я даже не знаю, как ее показывать. Она белая. Это дамаск, это материал. И плохо видно рисунок. Вот. Она лен, 100% лен, но он так сделан, как вот, я не знаю, как будто атласная она или что-то. Это, такая салфетка 100 на 100. Но я купила это вот просто так вот. Вот так открыть коробочку. И полюбоваться. Посмотреть. Света, а покажите, закрыть. Что вы... Вы же привезли что-то. Ну, я тебе привезла. Я, конечно, могла бы много, но цены не имеет смысла. Ну, да. Оттуда везти по таким ценам. Ты здесь можешь купить дешевле. Ну, так уже, то, что ты увидела, там да, тебе то, что мне понравилось. Это я тебе так просто увидела. Мне он понравился. Ой. Я этого мужчину спросила. Там мужчина очень знающий. Очень, он постоянно смотрит все. Я говорю, чей? Он говорит, мое мнение, что это немецкий. Но клеймо нет. Да. Вот. Он говорит, мое мнение, что это немецкий. Но вот он нам сказал насчет вещи, которую я показывала, супницы с золотом. Он нам сказал, и он правильно нам сказал, возраст, и что это шведское, все. Мы проверили, все так. Так что не болтал он, как некоторые болтают, сами не знают. А, это чайница вот эта изумительная. Да, он сказал, что это довольно старая, красивая. Думаю, что немецкая, хотя клеймо нет. Вот, он говорит, но это я искал такого типа, я там нашел, но мне сейчас, честно говоря, говорит, не помню. Вот. Ну, прелесть. Название, какая изящная, маленькая, чудесная. Ну, все там, кроме вот этого золота, это штампики. Да. Они очень похожи, между прочим, на ЛФЗ-шные. Помнишь, вот такие, это сетка? Ну да, сеточка, вот. Да. Они очень похожи. Вот это, а, говорит, так, все остальное, все это, ну, я и увидела, что это красота. Это просто красота. Да, невооруженным глазом. Буду каждый раз вас просить чайницу привезти какую-нибудь. Ты же там шикарные, да, чайницы, я видела. Ну, вот такие, правда. Но я никогда не видела такого синего цвета. И я увидела на рекламе, но когда пришла, их уже не было. Их купили, две штуки, были парные были. Там, конечно, там нужно вот так прийти с утра, взять с собой термос, пойти, посмотреть, потом выйти, там есть скамеечка, можно посидеть, попить чайку и опять зайти. Потому что, конечно, обалдеваешь от этого количества. Ну, да. Все вот это мелькание, там, а потом еще я не спускалась два раза, не спускалась по два. Потому что какой-нибудь халам, мебель, вот, а там, оказывается, и тоже еще посуда, и еще очень-очень неплохая посуда. Ну, увидела там много вот кукольной посуды, но настоящая фарфоровая, настоящая, красота. Не такой, как вот это делают, толстая такой, тоненькая, там видела, есть
нет, девчонки, мама, ну возьми, возьми, если тебе нравится. Я говорю, нет, сейчас они там заломят цену. Так что, да, там можно, там все. Я там потом, когда смотрела видео, да, твое, я увидела около входа была шлифовальная машина, короче, на это. Я говорю, как мы не заметили? Это вот дом, мои подоконники, там можно подшлифовать все. Как мы не увидели? Я уже так бывает, да, потом смотришь и на видео ты видишь. Я говорю, пойди посмотри, это рядом с ними. Вот, я говорю, пойди посмотри, есть или нет. Он говорит, ну, навряд ли, там очень все. А там даже на улице, по улице вот так выставлено. Вот, иногда более, вот последний раз более скромно ковры были, зато они выставили такие ковры вьетнамские. Они практически не сношены, шикарные. Как жалко, что нельзя вообще туда. Это самое. Ой, какая маленькая. Ну да, он сказал, это очень старое стекло. Ну, говорит, хрустальное стекло такое. Ну вот. Это птица. Ой, ищем птичка. На ней есть клеймо, вот 43-44. Интересно. Вот это, кто-то, может быть, умеет по цифрам. Ну вот, да. И это ее можно вот подвешивать. А, вот так. Или же вот так. Положить. Как будто она вот так, знаете, как птица зависает вниз. Вот, вниз с ветки. Ага, вот. Интересно как. Ну, он тоже говорит, я думаю, что это очень хорошая фирма. Он говорит, мне просто нет столько времени, чтобы, ну, с каждой этой цаской там разбираться. Это надо посмотреть по этим цифрам. Там 100% люди находят. Вот. Я не такой умелец, чтобы это... На тебе твою. Тарелочка. Теперь придется под нее искать. Ну вот чашечку. Своим этим на этой агентсканце скажи. Ну да, вот такая. Но по манере. Ну, хорошая. По манере очень похожа. Ну, она может использоваться и под ту тоже чашечку. Я просто нашла под нее. Да. Это даже красивее, потому что она глубокая, такая интересная. Да, да, может, я и поменяю. Ну, Роял Альбертовна, конечно. Угу. Фиалочки. Да. Ну, красота вот. Прямо. Нет, я спрашивала, я говорю, у них, потом я увидела, что у них много наверху, там, например, две чашки, там еще чего-то, а потом вниз, когда пошла, оказывается, целый сервиз там есть такой. То есть на, там надо ходить, смотреть, вот, этих вот чашек Роял Альбертовна. Да. Красивые они, конечно, вообще. Вот. Просто изумительные. Вроде бы. Надеюсь, вот. Все. Свет, кофе остывает. Давайте попьем кофе. Забирай. Да. Вот. Спасибо. Так вот, я очень скромна, как говорится. Ну вот, я не знаю, как тебе понравится. Мне понравилась, она такая необычная. Ее можно подвесить, да, и можно буквально к стене. Две вот дырочки есть, которые можно за это как-то зацепить. Классно. Вот. Нет, птица красивая очень. Вообще необычная. Первый раз вижу такие, Сингиль, которые вешаются. Наверное. Ну, я не совсем, по-моему. Не орнитолог. Не орнитологи. Да, я сама очень, мне нравятся голуби. Там был еще один голубь. Но тот вот такой был огромный. Ну, такой красивый. Просто там все тоже вот как и здесь. Перышки вон сзади. Да, все так аккуратно. Это сделано. Так что ты сама, да. У меня есть похожий, по-моему, голубь, только побольше размером. Вот будет парочка голубей, точно. Мне кажется, что есть. Приду домой, посмотрю. Все, Светочка, пьем кофе, оно остынет сейчас. Можем поговорить. Да, сейчас мне надо на звонок ответить, мне тут пробивается звонок. Света, расскажите, что вы себе купили там? Так, вот я купила три части, как говорят, главные вещи сервиза. Это кофейник, сахарница и сливочник, что купилось на то, что очень хорошая фирма, и ну как бы я так посчитала, что недорого. Вот. И думаю, недорого это сколько, например? Ну, по-моему, я заплатила где-то 25 евро. Угу. Но это очень фирма хорошая. А какая? Очень. Не помните? А, вот начало Кёльних как-то Тетау.
Это, я знаю, что это очень хорошая фирма. И у других блогеров я слышала, что говорили, что вот в Германии уже не так часто она встречается. Какой рисунок? Или однотонная? Там и мелкие букетики есть. Немножечко вот на чашке есть в одном месте, там чуть-чуть сход золота. Кофейник вообще вот как новый, непользованный, со сливочником и сахарницей. А вот чашки, может быть, немножечко пользовались, но все равно они в очень хорошем состоянии. Но я не знаю, что я с ними буду делать, но, может быть, вот полюбуюсь. Но, опять же, вот я почему делаю такие покупки, я зря ее сделала. Почему? Потому что нужно, чтобы человек знал, что такая вот фирма, чтобы понимал это. Ну, а многие же им все равно. Ну, вот это покупателя, может быть, я и не найду. Вот, ну, очень красивая форма, но потом, когда придешь, я покажу. Вот, потом мне дочка еще, она купила как-то и подарила мне вазу, значит, она ваза такая интересная, на четырехугольной ножке, вот, квадратный, так сказать, четырехугольный, вот, квадратный, ну, такая помпезная очень, интересная, такие сделаны, как кисточки золотые, ну, это интересная. Вот. Ну, мне дочка подарила ее. Вы ее привезли с собой? Я ее привезла, да, не знаю для чего. Потому что дочка сказала: мама, ты ее не продавай. Я говорю, зачем? Я кое-что покупаю, я там оставляю. Думаю, если я надумаю, я в следующий раз там привезу. У меня там есть две вещи, я оставила. Вот. Две вазы. Ну и не знаю, посмотрю. Так, и потом мелочи разные. Еще две английские такие. Я так их расценила, как подставки под зубные щетки. Вот такие две английские, но старые такие довольно. Даже удивилась, что они так устояли, что я ходила, думала, потом пошла в магазин, вернулась, опять пошла в другой магазин. Вот. Срочно фото в студию надо, потому что, как вы сказали, английский, то мне сразу слюнки кап-кап-кап. У него такой очень, кажется, интеллигентный, такой неяркий рисунок. Вот. Ну и интересные. Потом шкатулку купила, я не покупаю шкатулки, но тут я купила, мне понравилось. Значит, деревянная, фарфоровая какая? Нет, фарфоровая. Ну, вот. Деревянную купила моя дочка себе, старшая. Она любит, вот вдруг ей понравится что-то старое такое. Уже коробочка кем-то, ну, деревянная, кем-то сделана, с любовью. И уже такая она уже, это, а вот она ей понравилась, она говорит, я куплю, я там найду, что хранить, мне нравится же, она такая вот старенькая, что вот кто-то делал, кто-то же вот делал. Вот мне это тоже нравится в шкатулках, они, как правило, ну почти всегда ручной работают, или там разрисовки, или еще. Я не покупаю, что-то. Потому что это еще один завод. Заведешься и начнешь уже, да, у тебя согласна. Глаз будет выискивать. Я там видела много шкатулок, были с ручной росписью, но они очень дорогие. Вот. Но для нас дорогие, для шведов это нормально. Ну вот сколько, вот. Ну примерно? Ну, может быть, 25 евро. Ну, в общем, да. И 30 евро, и 50 евро. Да. Вот один флакон, я уже, глаза у меня разгорелись, думаю, Ренате куплю. Посмотрела, 150 евро. В следующий раз я вам дам с собой деньги. Ну, шикарно. Нет, 150 евро, это само сойти. Ну, это да, это конечно. Но он был высотой примерно, наверное, 20 сантиметров. Но он, конечно, был красивый, зеленый. И мне кажется, это хрусталь был, потому что он так был отшлифован, вот эти края все, все это, грани. Вот. И пробка такая красивая, тоже отшлифованная. Я там чуть пробку не купила. Там такая пробка лежала.
Я теперь жалею. Вся ограненная, все блестящая, такая, ну, хрусталь просто. А, вот я купила еще себе такое для специй. Ну, настоящий хрусталь. Ну, я думаю, это такой годов 70-х. Вот, для, там есть дырочка для ложечки, вот, хрустальная, там уже так видно, что даже любой угадает, что это хрустальная. Но оно, видимо, из комплекта, знаешь, который собирается как это самое, лего, да, вот так вот. Оно граненое, оно там спинками прикасается. Но я купила, думаю, ладно, такая вот игрушка, вот, и там выторговала. Ну, там, там посмеялись, моя старшая покупала там себе, она любит разные такие тарелки необычные, и вот она покупает тарелки Geffen или Rührstrand, вот она уже купила почти комплект себе, там две, тут одно, вот, и она там с этой, значит, мужчина, он как главный, а женщина, она тоже тайка. Ну, как вот, из таких я так хорошо не различаю. Вот. Ну, значит, это, мне как-то в прошлый раз было, когда я первый раз снимала, мне было плохо по-настоящему. И я говорю, Аня, мне бы чайку попить. Ну, вот, а она как сейчас. Она пошла, мне попросила, и она, значит, заварила там чаю, да, принесла мне. Ну, а в следующий раз Аня эта самая пришла с чем-то, с напитком, поздоровалась. Она, ой, приятного аппетита. Я бы тоже не отказалась от кофе, от латте. Ну и Аня на следующий раз принесла латте. Она засмеялась, и, в общем, заводим блат.